Ой, прекрасная собачка у нас, хочу показать. Да, рассказывай. Она лучшей сукой Украины. Это мраморная собачка, да? Скажи, у нас есть детки. Один глазик такой. Да, покажи глаз, второй. Мраморная. Да, собачка мраморная. Австралийская овчарка. И считается лучшей собачкой. Вот мне не нравится то слово, что ты сказала, да? Говорят на собак. Нет, лучшей девочкой, собачкой. Где? Вообще в мире? Нет, в Украине. В Украине. Ты много хочешь в мире. Австралийская собачка, мраморная. Австралийская овчарка, мраморная. Разные глазки не любят. Они не любят, когда... И вот я своих снимаю, они не любят. Вот только показываешь, только видят. Ой. То ли они слышат эти... Пошли, этот. Пошли. Ой, ты ж красавица. Как зовут? Росси. Росси. Имя такое? Гладь. Нюненько. Да и кавочка у меня. Мрамор. Готовы? Готовы. Мы готовы. Привет. Сейчас, сейчас, сейчас. Анжел, сейчас. Так, куда побегли? Ох, красавцы. Какие вы чудесные. Чуть. Так, снимаю. Опа! О, класс! Как красавцы! Вот настоящие мраморные. Да. Сколько им? Им 4,5 месяца. 4,5. Ты их продаешь, да? Нет. Не. Не продаются. Это наши. А кого продаешь? Никого. Все продают. А, нет. Ну, вообще-то продаешь? Да, было 8. Я слышала, что ты продаешь собак, да? Ой, сейчас, 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 сейчас. Красавец, сейчас я тебя... Красота! Какие они радостные! А вообще характер у них какой? Вот такой! Вот они охотники, да? Нет! Нет? Потому что они у нас пастухи. Же... Они пастухи! Ой, охранник! Это... Да ты что? А, это пастухи! Пастухи мои! Вы сейчас, чуть-чуть! Как они маму любят свою! Бентли, Бентли, как зовут? Бентли! Ой, Бентли! Сейчас, 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 Бентли! Вот это Бентли, вот это Бентли, вот это Ипполит, вот Йорк, вот это. Девочка. Покажите девочку, Йорк, пошли девочку. Какие они мягкие, как клубочки. Не дают. Йорк, а ну покажи. А, подожди, подожди, ближе. А, убежали уже. Ай, класс. Иди ко мне! Иди ко мне, красавец! Все, любимый Йорк, пошли! Вот так! Во-во-во, молодцы! Давай, давай, давай! Давай, кто сильней? Опа! Угу, молодцы! Ой, подожди, не так быстро, пожалуйста! Все, забрал! Как зовут того, кто Корица, забрал? Корица забрала! Корица! А это у нас кто? Бентли! Бентли, мальчик! Бентли! Ты как... Как да, этот? Бентли. Быстро хотела сказать. О, Бентли, нравится? Нравится тебе? Как баранчик такие. Да, они на ощупь, но они полиняют, будут немножко другие. Будут другие, да? Как детская шерсть. Детская шерсть, ну точно, как эти. Как барашки. Носки можно с них вязать? Вот свой лучше носки. Уже, да? Там носки точно. О, а та бегает со своим Йорком, да? Йорк. Она девочка, Корица зовут. А это мальчик. Забыла, как зовут Бентли. Опять. Бентли. Бентли машина, все поняла. Доступ к телу разрешен. Покажешь мне свою? А, все. Побежала. Я знаю, что морают. А, уже. Выключай. Выключай. Я хотела именно тут. Все. Моя ты девочка. Моя ты красавица. Давайте. Моя ты... Можно. Можно. И ты можешь. Я тебе разрешаю. Я разрешаю всем. Давай, Корица. Корица, иди ко мне. Корица. Ой, Бентли, Бентли, молодец.
Молодцы, настоящие. Ну, детвора, ну. Детвора. Облыжим. Мои вы красотульки. Мои вы красавцы. И ты, хорошая, ты девочка, ты уже взрослая девочка. Ты взрослая, хорошая девочка. О, ящерка. А не можешь съесть? Да? Красавица. Какая красивая. Дай я ближе личико ее, мордочку, личико, глазик. Стоп. Красавица. Девочка, мальчик? Или девочка. Мы не знаем, как? Девочка. А я детёнок. Красивая. Вот, вот интересно, вот у нас и совсем другого цвета хвост. Она перелинявшая, поэтому очень вот яркая, хотела, они линяют, да. Ага, перелина. А линяют они раз в год? Раз в месяц. Каждый месяц линяют. Да, питаются насекомыми, тараканами и кузнечиками. Есть еще. И ты их кормишь тараканами, кузнечиками. А где покупаешь? Нет, разводишь. Свои, у меня кузнечиков покупают. Тоже в клетках, да, тараканы? Ну, в контейнере. Ну, хвостик вот интересно, у нее совсем другой хвостик. Но это ж не просто ящеричка, это эублефар. Как? Эублефар. 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 Какая симпатюлька. Что такое? А им скучно. Все гуляли, да, а все тут уже, да, уже яйцко же так бородатая. Бородатая гамма, да. Она кушает сверчковый таракан, а с 2 месяцев ей можно давать фрукты и овощи. Она еще кушает фрукты и овощи. Но пока она еще очень маленькая, ей только месяц. А дают их размеры? Большая. Она большая, 30-40 сантиметров. Угу. Растет до 30-40 сантиметров. Угу. Если та ящеричка, то маленькая ящеричка, то это будет большая ящеричка. Ближе мордочку я покажу. А ну. Стесняется. Стесняется, да, она же очень маленькая. А если я чуть-чуть увеличу? Оп. О, такая красавица, она красавица тоже. Ну, она еще маленькая очень. Малышка. Но она, видишь, как зебра в полосочку. И хвостик. Оп, да, вот она очень шустрая.